Так, всем привет! Опять мы во Вьетнаме. Вот пришла я на улицу, где наш отель. Здесь напротив парк, там море. А вот тут наш отель. Такой оживленный вечер. Народу много. Вот тут готовят блинчики с разной начинкой. Цена 40-50 донгов. Разные дешевые шашлычки готовят. Лобстеры жарят, креветки, манты какие-то их. Пирог с яйцом написано, с мясом. Сейчас спросим, что почем тут цены. Привет. Привет. А сколько лобстера стоит? 500 риса, маленький бич, 50. Ага, да. Я это так. А рыба сколько стоит? 80. 80. Но креветки мелкие? 15, 100. Кальмары? 100. Ага. И цены вообще дешево, в принципе. Здесь таких много рядов. Тут и миди, и моллюски разные. Тут тоже самое. Тут фруктовый. Фрукты разные продают. Но нам больше всего нравится маракуйя. Здесь маракуйя по 15 донгов. Это получается 45 рублей килограмм. Нет, дорогой мой. А арбуз какую цену? 10 килограмм. 10 донгов килограмма. 30 рублей килограмм. Дешево. Так, и вот наш отель Белла Бегония. Сейчас туда пойду, в номер. По нашей улице там ресторан «Москва» находится. Вечером здесь музыка часов до 2-3 ночи. У нас окна сюда выходят, вообще спать невозможно. Закрываем окна. Так, ну в общем все. Ой, какая курочка. Или кто это, гулюшка у нашего отеля сидит, охранник. Да, хорошая гулюшка. Здравствуйте. Я говорю, гулюшка какая. А как ее зовут? А, не написали. Нет, я имею в виду, что за птица такая. Не знаю, похож на гулюшку, но не гулюшка. Наверное, какая-то у них тут во Вьетнаме приносит счастье. Или что, раз клетка висит. Называет. Да.